На своих экранах вы видите задержание заместителя директора Департамента строительства и реконструкции государственной компании «Российские автомобильные дороги», обвиняемого в получении взятки, внимание, в 19,5 миллионов рублей. Но это еще не все. Общая сумма взятки должна была составить 29 миллионов. Упаковка. Денежные средства. Банкноты. Номиналом 5000 рублей Банка России. По версии следствия, в период с 8 сентября по 5 декабря текущего года заместитель директора Департамента строительства и реконструкции государственной компании «Российские автомобильные дороги» получил от представителя коммерческой организации, в отношении которого также расследуется уголовное дело, взятку в виде денег в особо крупном размере. Сумма полученных денежных средств составила 19 миллионов 500 тысяч рублей, являющаяся частью от общей суммы взятки в размере 29 миллионов рублей. До своего решения действий в пользу представляемой взяткодательной организации в рамках заключенного договора на оказание услуг по рубке леса и корчевке пней. Уголовное дело возбуждено в региональном следственном комитете по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области. Во взаимодействии с сотрудниками областного ФСБ следователем следственного комитета фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя следственного комитета судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также на установление причастности фигуранта к иным фактам преступной деятельности. Страшная авария на 378-м километре автодороги «Балтия» в Западно-Двинском районе области. Водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, и она столкнулась с большегрузом «Хавал». Водитель и пассажир «Лады» погибли на месте. Еще двоих участников аварии экстренно доставили в больницу. В другой аварии на улице Дорошихинская в Твери погибла женщина, водитель автомашины Hyundai Solaris. Иномарка врезалась в автобус. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением.